Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним 316 упражнение. Прочитаем задание. Спишите, расставляя знаки препинания при прямой речи. Подчеркните в словах буквы Е, Ё, Ю, Я, обозначающие два звука. Обозначьте склонение имен существительных. Составьте и запишите предложение на тему текста по схеме. Итак, давайте выполним задание. С чего начинается наш путь к знаниям? С азбуки. Недаром говорят, азбука – мудрости ступенька. В 1998 году наша азбука отметила свой юбилей, ей исполнилось 1135 лет. Славянскую азбуку создали 11 веков назад братья Кирилл и Мефодий. Эту азбуку назвали кириллицей, потом в нее вносили разные изменения, и постепенно появилась та самая азбука, которой мы пользуемся сейчас. И также нужно составить предложение на тему текста. Наша азбука создана много веков назад, а пользуемся мы ей до сих пор. А теперь давайте с вами отметим слова, где Е, Ё, Ю, Я обозначают два звука. Это у нас слова юбилей, в нее, изменения, ей, пользуемся, и опять Е, и еще слово самая. И еще нужно было обозначить склонение существительных. Путь – это третье склонение, к знаниям на «и», азбука – первое склонение, мудрость – третье склонение, ступенька – первое склонение, юбилей – второе склонение, веков – второе склонение, братья – второе склонение, Кирилл и Мефодий – второе склонение, кириллица – первое склонение, изменение на «ие». И, пожалуй, все. На этом все. Больше видео можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.